В Нарьян-Маре при координирующей роли оперативного штаба по противодействию терроризму в Ненецком округе были проведены учения. В них задействовали силы и средства территориальных подразделений ФСБ, МВД, МЧС и Росгвардии. Согласно легенде, группа вооруженных преступников захватила здание расчетно-кассового центра Нарьян-Мара. Находящиеся там сотрудники и посетители взяты в заложники. По прибытию полицейских условные террористы оказали им сопротивление с применением оружия. В экстренном порядке собран оперативный штаб, предприняты первоочередные меры по пресечению террористического акта. Группировка силы средств оперативного штаба приведена в полную боеготовность. Принятыми мерами злоумышленники блокированы. В ходе ведения переговоров последние назвались представителями одной из международных террористических организаций, а также выдвинули неприемлемые требования политического и экономического характера под угрозой расстрела заложников. С учетом сложившейся обстановки оперативным штабом на практике отработаны учебные вопросы организации проведения контртеррористической операции, в том числе по нейтрализации террористов и освобождению заложников, оказанию первоочередной медицинской помощи пострадавшим от террористического акта лицам, а также по ликвидации последствий совершенного преступления. По результатам проведенных учений можно сказать, что силы и средства готовы к выполнению поставленных задач. Задача, которая отрабатывалась в рамках указанных учений, полностью решена.